Ну и к другим темам. В Хивском районе отметили праздник весны «Эбельцан». На площадке Дворца культуры райцентра выступили лучшие ансамбли муниципалитета, популярные певцы табасаранской и лезгинской эстрады, канатоходцы и танцевальные коллективы. Также в этот день прошли традиционные спортивные соревнования между командами со всего района. «Эбельцан» – древний обряд встречи Нового года, обряд обновления природы. У многих народов Востока он ассоциируется с весной. Именно в этот день в горах обычно начинают полевые работы. Это на самом деле наш обрядный праздник. На территории Хивского района мы его подряд каждый год отмечаем уже около 40 лет.